Запись, попытка номер два, пацаны. Значит, хочу пройти это испытание не для того, чтобы показать, я его прошел, какой я там вообще молодец. Нет, мне плевать. Мне оно понравилось в том, что оно по фану с тройным эликсиром. Я фановые колоды тут тестировал на стриме. Сейчас играю вот такой вот колодой, тупой, конечно, как... ну, в общем, не ладно, не буду сравнивать с чем-то. Тупая колода, наверное, в комментариях пошутят, как ты. Вот, до этого играл со сборщиком. И был такой момент, где я ставил 5 големов, 10 сборщиков, ну, что-то не пошла каточка. Вот с этой колодой сейчас попробуем. 3 атаки нам осталось, пацаны. Напишите в комментариях, какой вы колодой прошли, мне будет интересно почитать. Потому что, возможно, я еще кому-то бустить его буду, хотя сомневаюсь. Кто его может не пройти? Испытание изи, наверное. Поехали. Спаки. Ну, ты говоришь, тупой, как сибирский валенок. Блин, мне надо вместо стрел взять зап. Зачем я взял стрелы? Кто мне скажет? От орды, наверное. Кстати, да? У тебя сейчас. Тебя сейчас ты правильно взял. Вот тут вот орда мух есть в этой деке. А, зап, мне че, спарки, че мне? Вот, да, двойной там урон дала, да? Да я лучше зап взять, потому что так я хоть могу убивать. Ой. Ну это бред. Все. Ты видишь, что это бред? Ну ладно, тут на трешку надо ломить его. У него же нету торнадо, правильно? Нет, нет, нет. Он уже все показал. И файера нету, правильно? Нет, yeah. Нету. Ну все. Значит, должно быть изи. Наверное. Я сейчас просто наспамлю этих мушкетеров. Да. Он не успеет там со своим спарки ничего сделать мне. Ну, две спарки, мне кажется, сейчас будет больно бить. Да ничего не будет, всё. Они в разряде. Да, вот, да, да. А, ну и все. Да, вот. Даже стрелы не нужны были. Не, нормально, нормально. Давай, да крути еще мушкетеры. Да, кручу. Сейчас еще будет мушкетеров. Сколько там мушкетеров? 5? Плюс 3, 8. Смотри, спасибо, что он мне... Давай. Это просто охеренно. Скрин. Это просто охеренно. Вот это красивая игра. Но это мне повезло, был бы фаер. Че, может вместо стрел зап взять, а? Или нет? Давай, иди, сейчас менять будешь опять, не надо. Да зап, я думаю, взять. Или нет, шо, как думаете? Да иди уже, нормально. Ну реально, против спарки очень тяжело будет. Ну ладно, поехали. Да ты мушкетов опять наспамишь и все. Так, а спарки, да, может быть с торнадо, к примеру? Вот это GG будет. Так, ладно. Голем попался. Голем, да. Так, это Poison должен быть или ракета? Опа! Играешь по твою деку. Пламя. Еще и пламенный, блядь, точно по твою деку. Ломись по другой стороне. Еще и мол. Да, это жестко. Офигеть. Ну ладно. Будем пытаться забрать его за счет того, что я юнитов тут наспамил. Вот палача слил, хорошо. Ну уже. Ты два палача слил. Что-то он не справляется, да? Смотри, оп. Холдик. Про пиар-клан, пацаны, сильно виноват перед вами, ара, если ты смотришь, прости меня, пожалуйста, и вы все, пацаны, простите, Холдик. Вот тебе грешовка 2H22, да, лишь зайди за руну, Холдик. Зачем? У него ж... Надо ну, мне каждый же с молнией играет, ну ладно. Вот сучка, а? Ну ладно. Ну нормально, а теперь выжил хотя бы. Да. Да ему как-то надо дефать же все. Сейчас пойдет еще три мушкетера. Там торнадо нет, это ж хорошо. О, зря он пламенного. Минус. О, еще, смотри, вроде убивал мушкетера, вроде... Блин, вот зап нужен, но стрелы не то. Был бы зап, я этих бы вообще не боялся. Так, что, на трешку варик, не варик? Варик? Кладбище. Найс. От яда слил. А дровосек нормально дефнет. Ну да, ну подожди, он же еще должен задефать. Да не, я тут вспышку теряю. Вот, видишь, потому что он на гиганта сагрился. Блин, а как же мне добить? Пойзон не хочется тратить. Ну придется, походу. Да пойзон на деф хочу. Логично. Наспамил уже там. Пипец, еще молнии убрал всех.
А, не всех, не всех. Карта молнии. Это бред какой-то. Не всех убрал. Самое главное, кладбище... Ой, поза не сливать. Запа не хватает. Ну, черт, ну, надо было... Вот послушал. Ну, реально, ну, не хватает запа. Давай свое кладбище. Вот туда яд, все нормально. Капец, конечно, кладбище с молнией используют, но это... Да-да. Сверхразум. Ну, как назло против меня все карты. Давай сейчас эти два скелетика уйдут, и ты мушкета с центра выпустишь. Да я тоже так хочу. А что быстр... делать, Рейна? Стрелы есть у тебя сейчас? Кидай стрелы. Кто быстрее? Ну, давайте, давайте, давай. Ну, бери зап теперь. Да ты что? Да блин, ну на самом деле тут не из-за запа, но... Ну запа зарешал здесь. Да, не хватает его, там всякие армия скелетов контрила меня, господи, это бред вообще, ну... Все, сейчас, пацаны, будет сейчас побед. Мне не тяжело, нет, просто я играю по фану. Если бы хотел собрать нормальную колоду, я бы уже давно собрал бы ее и прошел. Я хочу по фану. Бля! Это сплит мушкетера, учитесь, пацаны. Фаербол зап. Ох, с фаерболом. По башне попал он нормально. Он разволновался. А что теперь? Испугался твоего сплита. Конечно. Он слишком жесткий был. Да камон! Мини-пеку хоть не бейте. Мини-пека, давай! Давай мини-пека, давай! Нормально, хоть печка. Опять фаервол. Да, это ж быстрый хок. Если он... Не дыши сильно в микрофон. Если он на недвойном эликсире крутит к фаерболу быстро, только на этом вообще. Зап. Опять фаербол, смотри. Не кинет он. Ну, не должен... А, нет, тычку дал. Так, ну пока мы более-менее на равне... Ах ты, пидор, ну ладно. О, зачем он торнадо юзнул? Смотри, сейчас фаер тратит. Сучка. Не будет тратить. Потратил. Давай, потратил. Я его... Да пи-пи-пи! Короче, все в одну сторону перекатывает. Сучоныш, ну ладно. Зато голем он пропускает. И по дровосеку не попал. Красавчик. И бревно просто так скинул. Просто да, красавчик. Голема туда же на главную прям. О, он тебе помогает. Себе перетягивает. Он такой типа, Холдик, что-то медленно голем идет, быстрее давай. От души. Спасибо. Он твой зритель, 100%. Да. Типа, ладно, не буду тебя позорить на видео. Давай, типа, ты такой затащил. Типа, договорились. А, окей. Прикольно, по фану. 4 мушкетера игра. Да. Почему донаты не читаем? Потому что сейчас у нас идет запись. Последнюю каточку сейчас выигрываем, и я все донаты прочту. Фу, хоть бы выиграть. 2 эпика. О, боже, я так долго этого ждал. Поехали. Ой-ой-ой, блин, 8 уровень, я ж его знаю. Ой-ой-ой, это опасный человек, насколько я знаю. Он слишком жесткий. Все равно мало 6 побед, я не пофанился, я еще хочу поиграть. Ну неужели это последняя... О, ведьма. Пум. Паш. Что-то у него, блин... Смотри, какая атака сейчас будет. Да ты знаешь... Забавит у тебя на две стороны, видел? Это сейчас мусора будет, ужас сколько. Тут надо, короче, решать его сразу на трешку, потому что... Так ставь голема что-то. О боже. Уже было сразу на его половину закинуть. Да. Там пока два мушкета. Нормально. Ну, отличные скелетики. Ну да, в принципе, мне тоже нравится. Блин, что-то там много всего. Ой. Не люблю такие колоды. Трудно их контролировать. Вот бы сейчас палача сюда, ух, он бы тут разошелся бы.
Да. Палач с шариком интерната вообще жестко. Такая дискотека была. Все, отлично, играем, ему нечем контрить. Ну же шарик просто так выкинул. Он его всегда так кидал. Блин, ну это слишком изи. По-моему, самый эпичный бой это был первый против Спарки, да? Когда у меня было 8 мушкетеров. Да. Вот. Вот таких бы еще два повторчика, или онлайн-каточки на видосик. Ну, в общем, прошли. Итак, самое интересное, наверное, вам было в конце, это какие эпики мне сейчас выпадут. Фух. Итак. Да, я шучу, конечно. Ой, смотрите, а чё их так много? А чё мне так много? Скриншот. Это чё, мне эпики не помещаются в одно маленькое окошко? Такое полотно надо на пол экрана сделать? У вас всех так было или только у меня багануло? У всех так, по идее. Да, у всех. У всех так? Нихера себе, там, походу, сейчас эпика выпадет мне. Ну так. Ладно, давайте, открываем. Охотника 2, ё-моё. Отлично. Но сейчас Лего. Самое интересное, это Лего. Зажимаете на лайк, на подписку, и мы открываем Тинс. Колдун, это Лего, не? Не. Все, ребят, на этом буду прощаться. Спасибо на Ютубе за просмотр. В общем-то, что я хотел этим роликом вам показать? Ничего, просто как я страдаю фигней и просто пофаниться. Ну, мне понравилось. Не знаю, пишите в комментариях, как вам это эспа. Я не за призами, я чисто отвлечься. И испытание мне понравилось по режиму. Вот, я бы хотел бы эти испытания видеть с хорошими призовыми, да, там, местами, там, допустим, 20 тысяч золота там за 12 побед, или, ну, как они любят, точнее, как они умеют делать. Все, на Ютубе прощаюсь, спасибо вам за просмотр, до новых встреч, парни, и пока.